Я участвую в каждом мгновении твоей жизни. Я тщательно распланировал каждый шаг твоего пути на этот день. Хотя многое может показаться тебе случайным и спонтанным. Поскольку мир находится в падшем состоянии, кажется, что все скатывается в ту или иную крайность. Жди, что этот день принесет неприятности. Но все-таки доверься мне. Мои пути совершенны даже посреди этого хаотического несовершенства. Постоянно помни обо мне, проходя этот день. И не забывай, что я никогда не покину тебя. Пусть Святой Дух направляет тебя шаг за шагом, оберегая от ненужных испытаний и подготавливая к тому, что тебе следует пережить. И когда ты будешь преодолевать тяжелые пути этого падшего мира, пусть твой разум пребывает со мной в небесных местах. И тогда свет моего присутствия воссияет над тобой, давая тебе мир и радость, которые не смогут затмить никакие обстоятельства.